нас была специальная программа «Мужчины и женщины», где были показаны 5 фильмов, исследующих сферу сексуальности и желания. Добрый вечер. Член кинематографистов России, член Союза кинематографистов России Мария Ильина Маханько, актер, заслуженный артист России Сергей Васильевич Витисов. Ваши аплодисменты. Добрый вечер, дорогие друзья. Спасибо, что вы вновь с нами в Владивостоке на Меридианах Тихого. Кстати, открытый у нас сейчас был в этом году.